Кругом вода. На останній сесії депутати не тільки виділили 6 мільйонів гривень постраждалим від сильної зливи одеситам, а й в чергове звернули увагу міської влади на катастрофічний стан зливових стоків. З деяких дворів і будинків Суворовського району вода досі не пішла. На проїжджій частині та тротуарах наслідки негоди позначалися більше доби, паралізувавши транспортне сполучення з густонаселеним житловим масивом. Одно дело, когда тебе нужно просто больше времени для того, чтобы отвести воду. Другое время, когда они в принципе не работают, потому что они забиты, их не чистят и так далее. И вот это основная претензия к городскому совету. Мы регулярно выделяем деньги для того, чтобы эти ливневые системы приводили в порядок. Но в результате нам рассказывают аргументы о том, что, к сожалению, выпало там в 10 раз больше нормы. Ну и что? Ну вот что, это же не камня выпало, да, то есть он упал и лежит. Это вода, она должна, ну, может быть, не так быстро, может быть, медленно, но она должна уходить, вы должны смотреть за этим. Керівництво міста, в свою чергу, прикриває невирішення цієї багаторічної проблеми двома факторами. По-перше, якщо проводити серйозні роботи і все перекопувати, то селище Котовського на довгі місяці застрягне в заторах. По-друге, щоб проводити такі роботи, потрібні великі гроші, а в міському бюджеті їх, судячи з усього, немає. Втім, депутати можуть підказати, де знайти відсутнє фінансування. Не лавочками едиными в парке нужно заниматься в городе, а нужно заниматься глобальными вопросами, которые, к сожалению, со времен там, независимости, со времен развала Советского Союза, все, что нам осталось, ничего не чинилось. А где чинилось, то точечно. Глобально ничего не делалось и ничего не делается. Все отпускается своему близкому окружению, там, где быстрее можно освоить деньги, положить асфальтик, положить брусчатку, где-то там в парке какую-то лавочку или лампочку прикрутить. А вот ливневые системы, водоснабжение, канализация, электричество и так далее, ну, некому.